tak mi żonka. Sorry.
Здравствуйте. А вот 104-ю квартиру я могу попасть? 104-ю. В гости, да. Точно по этому блоку? Или по первому? Потому что у нас часто ошибаются. Не знаю, я только что позвонил товарищу. Говорит, я сейчас перезвоню, скажи девушке 104-ю квартиру. Тогда ждем звонка. А, понятно. Потому что заявки на эту Сейчас я позвоню ему еще разок и скажу, что нужен звонок. Угу. Алло, да, мне просят, чтобы отзвонились на ресепшн и предупредили, что я к вам иду. Телефон дать? Хорошо. Вы не возражаете, я вам телефон передам? Да, давайте. Это нельзя, конечно. Он на связи. А, говорите, да. Спасибо. Да. Значит, я сейчас выйду и мне идти направо, да? Ну, хорошо. Спасибо. А тут квартира? 104-я. 104-я? Второй этаж. Да. Все равно на лифте ехать? Да. Очень сильно. А что же, лестницы здесь нету? Есть. А, есть? Просто дома помогает. А, есть другой вход, да? Нет, здесь. Нет. А, ясно. Вот, не меня.
свидания.